сегодня влог на тему того, что у нас хранится в наших ванных комнатах и чем мы пользуемся ежедневно. Хочу показать и завести разговор по той простой причине, что многие компании продуктовые рекомендуют то, чем мы пользуемся ежедневно в любом случае. Я хочу сделать обзор, чем пользуется моя семья и какие продукты бренда мирового у нас на полках стоят. Поехали! И да, кстати, этот выпуск блога будет интересен тем, кто хочет заглянуть в чужую ванную, посмотреть, что у него хранится на полках. Если вам это не интересно, можете прямо сейчас выключать. Если интересно, то тогда погнали! Заглянем в ванную комнату свекрови. Так, хоть бы мне здесь не мокрой не стать. Значит, что у нас здесь хранится? Давайте посмотрим. Гель для душа. Вот это такой экономный вариант, 700 мл. Ну, очень надолго хватает. Это свекровь пользуется. Свекровь пользуется шампунью для волос. Тоже здесь у нас стоит. Свекр пользуется таким же большим гелем для душа. Даже шампунь гель для душа, он нравится ему, два в одном. То есть вот он сразу попользуется и все. Муж пользуется гелем для душа. Интимное мыло отдельно. И еще один у него момент, это два в одном шампунь-гель для душа. Он когда как использует этот как шампунь просто, а этот как гель для душа. Дальше у него есть такая штука для ног. Вот он тоже пользуется. И приобретено все в одном и том же месте. Вот это через время пользования, скажем так, не навьем, показываю вам. В мыльнице у нас мыло, у нас то же самое. Вот. Здесь вот этот тоже. Оттуда же все. Поехали дальше. Так, муж пользуется гелем для бритья. Вот он уже стоит, он пользуется. Свекр точно таким же. Пользуется гелем для бритья. Вот он стоит. Еще одним пользуется, это вот таким, как сказать, мягким. И, ну, это на всякий случай у него тут, видать, стоит. Дальше. Свекровь пользуется как ароматизатор воздуха. Ей нравится, ну, как бы на себя этот, как его, спрей для тела. Ей нравится. Она пользуется сама. А этот она использует как ароматизатор воздуха для ванны. Очень четко, классно. Никто даже не понимает, но запахи очень классные и как бы неповторимые. Это стоит здесь. Так, переместилась в ванну родителей. У них стоит, это мамина, шампунь для волос, драгоценные масла. Это бисульфатная шампунь. Это маска для волос стоит у нее. Так, ну, это после краски бальзам. Тоже красится краски. Ну, краски здесь нету. Так, это что-то. Так, гель для душа. Вот, здесь стоит наша щеточка для тела. Потом крем после бритья, да, увлажняющий, да, крем для лица мужской. Это для ванночек, как там ее, восстанавливающее средство для ножных ванночек. Вот эта штука у нас бальзам после бритья. Отец пользуется, ну, как бы говорить не буду чем, но тоже одним нашим средством. Вообще оно не для бритья, но он там примудрился, ему не нравятся пены, гели для бритья разные. Это для интимной гигиены. Так, дальше на подоконнике стоят вот такие вот штуки. Тоже все средства здесь, это как его, дезодорант для тела,
отца. Это еще один его же. Так, это лак для волос мамин. Это для, средство для интимной гигиены тоже. Жидкое мыло для рук. Бальзам для волос, спрей мамин тоже. Так, парфюм тоже наш. Отца парфюм. Так, здесь так, этот шариковый дезодорант. Это получается у нас крем для лица мамин. Еще один не крем, даже, а маска для лица. Ночная мамина. Так, парфюм еще один. У меня отец любит парфюм. Тоже. И для краски волос вот эти вот штучки. Все отсюда, все этого же бренда. Вот, и таким образом подобрались к моему уголку. У меня стоит, значит, что? Для интимной гигиены. Детское жидкое мыло. Так, на этой полке все. Даже вот одноразовые бритвенные станки тоже все отсюда. Поднимаемся выше. Здесь у меня дочери гель для душа, шампунь для волос, моя шампунь для волос, это против перхоти, да, с перитионом цинка. Вот, дальше гель для душа мой. Так, на что поставила? На, ага, щеточка для лица, для нанесения всяких штук. Дальше у меня стоит антицеллюлитный крем, который я наношу. Он без термо- либо охлаждения, просто без эффекта охлаждения. Тут уже он на донышке осталось. Любимый, как бы, запах такой хороший. Еще один, одна шампунь моя. Я их чередую. И, кстати, еще одна у меня появилась, там классная. Еще пока ее сюда не поставила, и раньше пользовалась. Это вот каре, тоже хорошая шампунь, мягкая очень. Это детская шампунь, еще одна дочери. Так, здесь пена для ванн с ароматом орхидеи стоит. Так, здесь у меня часть масок, это очищающая, очищение пор. Маска для лица черная, там остатки остались. И еще одно средство с белой глиной. Тоже остатки уже здесь такие вот остались. Мочалка, еще одна мочалка. Все отсюда. Кстати, для лица очень часто пользуюсь дегтярным мылом. Отец у меня тоже, если вы заметили, мамина показала гель для душа, шампунь. Отец не пользуется ни гелями для душа, ни шампунями. Исключительно пользуется только мылом различным. Вот, потому что, ну, потому. Ему что-то не подходит. Вот такие дела. Ах да, и для пяточек вот такая вот штука у меня висит. Очень классная, удобная, замечательная тоже.